Минус 28 градусов на Ирекле. Мы снова на питомнике. Народу очень много, рыбаков. Но стало доброй традицией засаживать соболь. Уже не в сугробы, а просто мы в кювет свалились. Не совсем, конечно, но здорово завалили. Завалил я, пытался развернуться. В общем, рыбачим, а потом снова его выкапываем. Закормил лунки, поставил газик, теперь в палатке тепло, а за бортом минус 26 уже. Ждем нашу любимую сорову. Мастер-класс по насаживанию. Вот это острое — это голова, толстое — это, как у бразильских женщин, попа, не голова. А теперь, там, где у мотыля черная, теперь голова. Это Василий говорит голова. Вот там, где раздвояется, это не голова. Так, и... Не айс сидеть на морозе. В машине все-таки было теплее, да? Давай сейчас попробуем и зальем шнур. Мне его как бы не жалко. Не, надо вначале подрыться хорошенько. Подрывайтесь, пока собираетесь. Там тросик-то хороший, но он чуть подгнил. Я два раза дернул, блядь. Как бы дома... Давай, давай. Весь день мерз возле лунки, без палатки. Вот теперь грейся. Не, я. Это я специально сделал, чтобы ты согрелся после рыбалки. А то вон. Размялся, я десятка три. Пас со снегом. Зимняя рыбалка — это не только палаткой и мотыли. Тяжелый спорт, блин. Это еще и снег. Выйдем. Может, подтолкнем? Давай мы потроем! Наш спаситель, спасибо, что ты приехал сюда. С рыбаками была. Газель с рыбаками выручили. Рыбаков посадили, они тяжелые. Они прям зад зацепили и прям назад меня ды-ды-ды. Но с первого раза не взял. А потом еще спереди мужики толкать начал. Так выскочил. Подведем окончательные итоги сегодняшней рыбалки. Хреново! Гаде Петрович хреново была рыбалка. У Максима штук 10, у Владимировича штук 10 окуней, грамм по 40. У меня одна сорога. Вот, засадили соболь, но вытащили, спасибо мужикам Сорска. И Геннадию Павловичу спасибо, что приехал, бросил свои дела, приехал нас выручать. Спасибо ему огромное. Едем домой. Как принято говорить в таких случаях, хорошо провели время, рыба не главное. Будем надеяться на следующую поездку, что она более будет рыбная, удачливая. До следующих встреч!